Коллеги, сегодня у нас открывается выставка в рамках 17-го зимнего Суриковского фестиваля. На самом деле официальное открытие будет 12 января в Большом концертном зале. Мы открываем выставку в преддверии фестиваля. Дело в том, что изначально этот фестиваль задумался 17 лет назад, и он стартовал на самом деле на нашей площадке. При этом немного первоначальное управление культуры города робкое было у них участие. Затем этот фестиваль разросся до нынешнего формата и до нынешних размеров, когда он проходит практически месяц, охватывает города и весь Красноярского края. И он приобрел то звучание, которое сейчас у нас будет в декабре. Дело в том, что есть такой бренд в Амстердаме. Бренд под названием «Имя Ван Гог». Несмотря на то, что Ван Гог жил во Франции, тем не менее голландцы его считают своим. Я как художник замечал, что этот бренд очень поддерживают жители Амстердама. Это на всех, во всех кафе, бодибилдинга, билдинги, большие, огромные плакаты, везде есть. И был любимый голландцами Ван Гог. Наша же история Сурикова другая. Суриков у нас не просто художник, а это наша тема, это наше знамя. Теперь о Сурикове пишут оперы, слагают стихи, пишут музыку. Поэтому вот эта наша скромная идея фестиваль имени Сурикова вырос до таких размеров. Поэтому я вас всех поздравляю с тем, что мы являемся земляками Сурикова, с тем, что мы несем имя Сурикова, честь Сурикова не только по Красноярску, но и по всей России и за рубежом. Пожалуй, знают о нашем Сурикове. Сегодня мы отправим выставку живописи и графики, отчетную выставку. На самом деле художники принесли в 3-4 раза больше работ. Отобраны были самые лучшие работы, самые достойные и самые профессиональные. Поэтому я хочу всех поздравить с наступающими праздниками, поздравить художников с тем, что они все-таки Суриковы земляки, поздравить всех нас с тем, что мы ходим достойно и с радостью в Новый год. Всех с Рождеством, с наступающим, православным, католическим и с Новым годом. Слово предоставится Виктору Бородину, председателю секции графики, тому человеку, который сформировал соседний зал. Я каждый год делаю экспозицию с Валентином Петровичем графики в том зале. И каждый раз удивляюсь, какие у нас мастеровитые графики. У нас хорошая школа графики, благодаря хорошему составу преподавателей. Они выпускают каждый год очень хороших мастеров. И поэтому так легко и делать экспозиции, и так красиво получается. Но я то же самое могу сказать и про живопись. Я полномочен про графику говорить. И большая благодарность преподавателям, которые несут знания своим ученикам и которые делают такие великолепные работы. И этими работами мы сегодня открываем праздник, праздник Сурикова. Спасибо всем, всем пришедшим. Спасибо за этот праздник, праздник искусства. Спасибо. Хочу напомнить, что в этом году в год юбилейный, со дня рождения Сурикова, 175 лет пришло. Родился он, это для ликбеза. Я сам на самом деле забыл, посмотрел в интернете, родился он 24 января. И тем не менее мы практически за месяц стартуем в рамках 17-го зимнего Суриковского фестиваля. Если есть желающие поделиться своими впечатлениями, радостью, безудержная.
зампредседателя сегодняшнего дня, наш зампредседатель собрания. Он еще даже не знает, во что он наступил, но я слышал. Боже, во что вы только не наступали? Я того хотел что-то добавить, продолжить мысли Сергея Викторовича, поскольку вот этот бренд, который сверху, с одной стороны это бренд, но с другой стороны это настолько близкое имя для нас, особенно для художников, которые здесь присутствуют, для гостей. Понятно, потому что все художественное образование, начиная с художественной школы в городе Красноярск, оно проходит под знаменем Сурикова. Школа имени Сурикова, общеобразовательная школа имени Сурикова есть, училище имени Сурикова, музей имени Сурикова. Да, и по сути дела, как в Москве институт имени Сурикова. Ну, мы говорим про нас. Мы говорим пока про нас. Я специально подозреваю, что именно горожане знают это имя. Теперь действительно, когда стоял вопрос о имени, которое должно присвоиться нашему аэропорту, да? Я голосовал за Сурикова. Да, мы голосовали за Сурикова, и тем не менее там сделана сейчас хорошая экспозиция, пускай это постеры напечатаны, достаточно качественно. Я думаю, что гости нашего города оценят эту работу и точно так же познакомятся и с творчеством, пускай в постерах, но познакомятся с творчеством нашего великого земляка. И мне хотелось бы поздравить отметить не только зал живописи и графики, но еще и скульптуры и керамики, поскольку он представлен в достаточно тоже выразительных работах, и поздравить всех, кто принимал участие. Выставком был достаточно как бы, такой честный, как бы, достаточно большой, объемный. И очень приятное было, что многие как бы, художники принесли как бы, свои работы, активно поучаствовали. Я думаю, что для них это тоже как бы, определенный праздник, и честь поучаствовать и в фестивале, и вообще выставиться в этих зданиях. В наших стенах, которые для нас, для каждого художника, это родные стены, и это определенный уровень. Если действительно здесь работа проходит на уровне, значит, какое-то, пускай небольшое признание на уровне нашего города, но это признание. Всех с праздником. Вы еще забыли рестораны, Мисли. Точно. Еще же рестораны. Есть ли желающие выступить? Я от лица нашей молодежной секции хочу тоже поздравить, поблагодарить всех, кто работал над выставкой, наших старших коллег. Мы с каждым годом, я думаю, что больше и больше у нас молодые художники участвуют. И очень приятно видеть, что вот эти прекрасные традиции, которые складывались здесь, в этих стенах, которые мы очень ценим, что они поддерживаются и передаются дальше и дальше, и о себе заявляют новые художники, живописцы, графики, скульпторы. И я думаю, что мы еще и дальше будем видеть их на выставках, и все новое и новое пополнение нас ждет. Потому что действительно художник всегда балансирует между традицией и поиском нового. И здесь как раз пример того, как ценна традиция и как много можно взять, как многому можно учиться, и на этом очень можно крепко, основательно стоять и двигаться дальше. Спасибо большое всем гостям выставки, всем желаю предпраздничного настроения и думаю, что выставка это как раз украсит вот эти дни перед праздником. Спасибо большое. У нас здесь есть представители городского управления культуры и Министерства культуры Красноярского края. Они нас поддерживают. Мы ждем Виталия Сергеевича Зацепина, но, наверное, он где-то Поэтому я считаю, что мы выставку открыли. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо.